Мы выступаем против политических репрессий. Мы выступаем за отставку Путина и правительства, против политико-экономических действий. Митинг сегодняшний вести буду я, зовут меня Павел Трутнев. Мы заявили митинг, как только закончились ограничения по коронавирусной инфекции. Митинг нам согласовали, поэтому это будет в Комсомольске-на-Амуре первый официальный митинг, организован он городским комитетом КПРФ. Первым выступать будет первый секретарь городского комитета нашей Коммунистической партии Российской Федерации Воеводин Вадим Александрович. Вадим Александрович, вам слово, пожалуйста. Добрый день. Хочу поблагодарить всех, кто, несмотря на дождливую погоду, пришел на наше мероприятие. Я думаю, вы знаете прекрасно, какая ситуация сложилась в Хабаровском крае. И я думаю, ситуация похожая в разных регионах, потому что так или иначе недовольство людей во многом связано с налоговой политикой, которая проводится из федерального центра. Вы знаете прекрасно, какой государственный долг у Хабаровского края, что это бюджет не развития, это бюджет, по сути дела, стагнации. Но если мы посмотрим на суммарный долг регионов, то он больше 2 триллионов 100 миллиардов рублей. То есть о чем это говорит? О том, что у многих регионов нет возможности экономически и социально развиваться. Без субвенции с федерального центра многие региональные государственные программы просто не будут работать. Это целенаправленная политика. Почему очень много требований всегда было изменить налоговое законодательство? Сделать налоговое законодательство в пользу регионов, дать им возможность развиваться самостоятельно. Но центру удобно держать регионы, скажем так, в денежной удавке, чтобы они полностью зависели от субвенций с центра. Это одна проблема, которая вызывает огромное раздражение и у жителей Хабаровского края, у жителей Дальнего Востока, я думаю, в других регионах, которые не хотят, чтобы к ним относились, ну, как к жителям, скажем, там, полуколоний. Я думаю, что огромнейшая, так сказать, база для социального недовольства – это тот чудовищный разрыв в стране между богатыми и бедными. Президент, выступая, заявил, что у нас средний класс порядка 70%. То есть у нас средний класс не такой, как в Европе. У нас немножко другие, так сказать, критерии. Но, естественно, ничего, кроме насмешек и издевательств, это не вызвало у людей образованных. Эксперты оценивают средний класс у нас в стране в 4-6%. То есть президент, естественно, не может сказать на всю страну, что социально-экономическая политика его потерпела полный крах, что средний класс, о котором так много говорили, в стране не сформирован. А что такое средний класс? Это, по сути дела, это социальная стабильность в любом государстве. То есть созданы все предпосылки для социальной нестабильности. Об этом сказать, естественно, не хочется. Поэтому начинают прибегать к казуистике. Рассказывают о том, что, оказывается, теперь у нас не те критерии, что в Европе. И достаточно там, получается, иметь больше 17 тысяч, и ты уже относишься к среднему классу. Ну, естественно, это все смешно. Я думаю, что никто не верит уже давно обещаниям власти. Столько было обещаний удвоить ВВП страны, покончить с бедностью. И поэтому раздражение вызывают и результаты выборов, и огромное число людей, с которыми разговариваешь, говорят, что не верят в честные выборы. И никто не верит в те результаты, которые, ну, по крайней мере, огромное число людей, с которыми мне приходилось общаться,
не верят в результаты голосования по поправкам в Конституцию, которые окончательно превратили нашу страну в авторитарное государство. Правящий класс в этой ситуации к чему пытается прибегать? Патриотической риторике. Ну и в то, что в Кремле патриоты тоже никто не верит. Эти люди постоянно заигрывали с Западом, шли на всевозможные уступки. Достаточно вспомнить, что именно при президентстве Путина вывели и военно-морскую базу нашу из Вьетнама, вывели подразделение радиоэлектронного слежения с Кубы. Фактически мы отдали тоже Украину на откуп американцам и стали принимать меры только вот уже после событий 2014 года, то есть вынуждены были действительно принимать жесткие меры. Но ведь все эти годы, по сути дела, Кремль бездействовал. То есть это все провалы внешней политики, опять-таки, и Медведева, и Путина. Часто проводят аналогии между царствованием Николая I и вот временами президентства Путина. Это и внутренняя реакция в стране, это и провалы в международной политике, по сути дела, это международная изоляция страны, ну или как сейчас, санкции со стороны Запада. Вот часто говорят о том, что не надо, как на Украине. Мы все согласны, конечно, никто не хочет, чтобы у нас в стране было, как на Украине. Хотят, чтобы наша страна была сильной, цивилизованной, богатой. Но давайте честно скажем, кто создает все предпосылки для социального брожения в стране? При такой, в общем-то, чудовищной бедности населения, а у нас только вот официально получается где-то 20 миллионов человек вообще живет на грани бедности, нищеты. Зачем еще, скажем, нужно было поднимать пенсионный возраст? Для чего? Кто создает предпосылки для социального брожения, для общественного недовольства? Понятно, что сама власть. И самое печальное, что власть не желает слышать общество, слышать население. Когда им говорят, давайте меняйте социальную политику, давайте меняйте тоже налоговое законодательство, давайте очень многое меняйте, мы видим, что этого не происходит. Курс остается прежним. К чему такой курс приведет? Ну, я вот, например, как преподаватель истории представляю, что рано или поздно все это приводит к системному политическому кризису с очень печальными последствиями. Поэтому еще раз говорю, пока у власти есть возможность что-то менять в социально-экономическом плане, в законодательстве, в пользу населения, пусть это делает. Потом может быть поздно. Время будет упущено. Спасибо. Раз, два, три. Это был Вадим Александрович Воеводин, первый секретарь городского комитета КПРФ. Спасибо, Вадим Александрович. Слово предоставляется профессору философии нашего амурского АМГПГУ, более известного в советское время как пединститут, профессор Рудольф Львович Лившиц. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, наши локальные проблемы есть отражение системных проблем страны. Просто в силу ряда случайных обстоятельств произошло так, что они высветились более ярко и проявились более сильно. Исток всех наших бед легко определим. Он тогда, когда был сделан выбор в пользу возвращения в лоно мировой цивилизации. Вот под этим выражением скрывался довольно простой смысл. То есть, когда произошла реставрация капитализма. Весь мир живет при капитализме. Давайте откажемся от социализма, вернемся в лоно мировой цивилизации. Архитекторы этого курса рассчитывали на то, что они смогут создать общество процветающее, высокоразвитое, технологически продвинутое,
поскольку капитализм якобы все эти блага обеспечивает. Но они не учли одного. Капитализм, да, обеспечивает эти достижения, но только в центре капиталистической системы, только в ее столице, в ее ядре. А нам же уготована участь периферии, участь зависимого развития. И вот сейчас бесплодность, опасность этого курса начинает себя проявлять. Уже в 2012 году ставка на доходы от продажи углеводородов была бита. Нефтяной бобик сдох, как сказал один публицист. И вот были сделаны всякого рода широковещательные заявления, были сделаны разного рода прожекты, выработаны всякие программы, но итог плачевен. Ситуация продолжает ухудшаться. Причем это вовсе не зависит от того, какое у нас правительство. Был у нас главой правительства Медведев, стал Мишустин, лучше не стало. От замены хороших, плохих начальников на хороших ничего не изменится. Нужно менять не начальников, нужно менять социально-экономический курс. Как об этом совершенно справедливо сказал Владимир Александрович. Пока еще есть возможность использовать демократичные, плановые, такие терапевтические меры. Такой шанс существует. Но, судя по тому, что происходит, этот шанс упорно игнорируется. Зачем нужно было злить народ пенсионной реформы? Зачем нужно было создавать социальное напряжение в обществе, которое и без того испытывает массу проблем? Зачем нужно было усиливать налоговый пресс? Естественно, это вызывает раздражение, это вызывает протест, который, к сожалению, часто выливается в бессмысленную бузу, что мы вот сейчас наблюдаем на примере Фургала. Протестующие высказывают свое недовольство, но что они предлагают взамен, это вопрос, на который они не смогут, и, видимо, даже не желают ответить. И не видят, что такой вопрос существует. Какова позитивная программа? Мы же, Коммунистическая партия Российской Федерации, эту программу имеем. Мы считаем, что вот на данном этапе необходимо реальное усиление государственного сектора в экономике. Если эти меры окажутся недостаточными, то тогда, как совершенно справедливо сказал Владимир Александрович, наступит системный политический кризис, и те проблемы, которые нынешняя власть не может разрешить на путях эволюции, будут разрешены революционным путем. Спасибо за внимание. Спасибо, Рудольф Львович. Сейчас выступает Александр Пермяков. Александр недавно у нас в партии, всего год, но стал уже одним из лидеров нашего комсомольского на Амуре отделения КПРФ. Александр Геннадьевич, прошу. Здравствуйте, товарищи. Я, как предыдущие ораторы, много говорить не могу и так ярко, поэтому скажу просто. В нашей стране много экономических кризисов, к ним прибавились политические кризисы. Извините, ветер. Вот. Но с каждым годом все больше и больше становится экологических кризисов. Вот, допустим, Норильск, который этой весной произошла катастрофа, да, крупномасштабная. У нас на Дальнем Востоке очень сильно и ужасно вырубают лес. Допустим, хребет Миачан, озеро Амот, природоохранная зона. Иркутск со страшной силой вырубает. Вот сейчас принят закон по поводу вырубки леса для строительства очередной ветки БАМа.
Краснодарский край, где единороссам невыгодно тушить пожары, ужасные пожары. И к чему я это? Все они, капиталисты, мерят все цифрами. И нас с вами тоже мерят цифрами. И вот я так думаю, что лет 500, ну как минимум, да, я не профессионал, от 500 до 1000 лет мы эту красоту больше не увидим. Это 10-12 поколений уже не увидят. Просто нам не то, что экономически не дают жить, но нам даже на земле, землю оставляют после них непригодную для жизни. Они воруют и воруют, воруют и воруют, но такое ощущение, что они хотят это все наворовано куда-то вывести, где-то далеко-далеко, где их эти проблемы экологические не коснутся, но земля так круглая, все взаимосвязано. И в бункере, как определенные личности, они не пересидят. Поэтому нужно принимать меры, как в Шиесе, сплачиваться, как гора Куштау, людьми защищать свою природу, не только с экономической точки зрения, но и с экологической. Спасибо. Спасибо, Александр. Хочу добавить, что пару недель назад я был на Миалчане, видел эти санитарные рубки, которые лесопромышленники под видом санитарных рубок вырубили, потому что там рядом дороги, вывозить лес дешево, и у них низкая себестоимость для них. Там просто варварство. То есть вокруг озера Амут на Миалчане осталась просто разруха. Там сухостой, в пожароопасный период это все вспыхнет. И догорят и остатки нашей тайги. Кстати, если среди митингующих, среди присутствующих вас есть желающие выступить, подходите, записывайтесь, мы дадим вам слово. Единственная партия, которая на сегодняшний момент имеет программу, стопроцентную программу социального развития, как и экономического развития, это коммунистическая партия. Вот. И примыкающие к ней левое движение, народно-патриотические силы. Я думаю, нужно объединяться. Работающие мужики и женщины, более 300 кораблей, Комсомольск на Амуре, дорогие. Были крейсера атомные, были, понимаете, подводные лодки послабее, были, понимаете, сухогрузные корабли, были надводные боевые корабли. Все это наша история. Сейчас чувствуется, что замешательство, понимаете, правительство наше. С одной стороны, надо поддерживать флот, а с другой стороны, флот не поддерживается. Почему не поддерживается? То денег нет, то наша компания, понимаете, судостроительная в Владивостоке плохо работает или еще что-то. Но во всяком случае, народ находится в неуверенном состоянии. Вот дадут кораблик один небольшой, но на нем город никак не проживет. Поэтому вот эти проблемы, они, вообще говоря, спрятаны в землю. И наш Комсомольск, в общем-то, просто будет забыт. Правда говорят, что это город трудовой будущей славы и прочее, прочее, прочее. Я почему говорю, как работала наша промышленность? Ведь понимаете, на таких китах авиация, даже понимать, металлургия, кораблестроение, даже Хабаровский край весь питался. Понимаете? У нас были, понимаете, такие прибыли по тем временам, что Хабаровск был, просто мы откалывали большие суммы ежегодно, ежедневно, ежечасно, можно сказать. Я хочу сказать другое. Вот сейчас у нас отобрали, вы на газеты читаете, значит, сейчас кораблю негде приставить. Вот новый, понимаете, корабль получили, пристать ему негде. И вот то ли Владивосток, то ли в Находку. А у нас в Большом Камне база была. У нас все отобрали. ЗСО «Восток» отобран. Значит, пирс отобран. Энергетика вся отобрана.
То есть у нас то, что строили, комсомольчане строили, больше, ну, может быть, привлекали еще с других сторон людей, но больше никто там работать не был и не мог работать. Ну, сейчас, когда это сейчас на Шпирс отобрали, туда поселился Сечин. Сечин, значит, мотает, понимаете, свое дело, значит, нефть добывает, мы же ему поставили, построили, у нас отобрали корабли-то, мы потом начали делать вышки, вышки эти стали давать нефть, вот, а он возить нефть эту. Вот получается история. То есть мы, впрочем, этим стали вынуждены были строить не корабли, а калоши, в которых, понимаете, нефть торчали, понимаете, вдоль берега. Вот и все. Ну, что я вам скажу? Меня возмутило, что товарищ Путин приехал большой камень, осмотрел, понимаете, завод «Звездочку», начал так ее расхваливать, эту «Звездочку», а мы-то там работали, все через 45 суток менялись, понимаете, ездили на работу, когда у нас стояли там корабли, которые надо обслуживать. Так вот, представьте себе, он нам по телевизору рассказывает, как тут на пирсе хорошо. Но он-то был построен за наши деньги, за нашу кровь, за наши силы, за наши знания, за все наше. Он этого даже не представляет. А на самом-то деле, когда начнешь читать, почему «Звездочка» сохранила свое, понимаете, вот положение и осталось, понимаете, на берегу. Да потому что Клинтон вместе с Ельциным наш завод вычеркнул, совсем вычеркнул. Вот. А «Звездочку» прислонил, значит, вот кораблестроительной корпорации «Севмаш» заводу, то есть Северодвинску. Поэтому у него есть питание, у него все есть, прочее. И вот сейчас рассказывают мужики мне, говорит, приезжает директор «Звездочки» и пугает наших комсомольчики. Вот вам, говорит, будет судостроение, забудьте. Мол, мы там на берегу были, а что они там могут сделать? У них там ни места нет, ни возможности, конечно, деньги у них могут быть. Ну, может быть, под водой где-то строить будут. Дорогие друзья, я считаю, что мы мало говорим. Наше начальство, которое у нас в городе было, всегда боялось. А посмотрите, значит, Петрович у нас был мэром сколько лет. Все, говорит, мы вас защитим, защитим. А ведь локауты были. Сегодня, значит, месяц проходит, 1000 человек увольняют. Потом снова 1000. И каждый почти что вот весь класс наш рабочий разогнали. Вот смотрите, что у нас получилось. Но я считаю, что город трудовой славы, он живет, он существует, и он еще покажет свою силу, я так думаю. Вот посмотрите в культуре, сейчас я работаю в культуре. Представьте себе, неделю назад закрылась международная выставка акварели. Закрылась в нашем музее, хотя ограниченно посещалась, потому что вот эпидемия эту помешала. Ну что получается? Значит, выставка превосходная. Никогда такого не было, чтобы к нам в Комсомольск прислали работы с Норильска. Две женщины молодые прислали. Прислали работы, значит, с Кореи, с Индии, и дальше Таиланда. У нас работы иностранных художников. Они хотят у нас выставиться. И выставились. Каталог превосходный сделали. Мэр наш вышел и сам отбирал, что показать. Новый наш мэр. Ведь ни один, ни Петрович, никто никогда не обращался на эту культуру таким образом. Значит, есть какие-то ростки. Да? И одну из девчонок, которая показала лучший рисунок, значит, присуждена ей премия нашего мэра Комсомольска на Амуре. То есть у нас надо ходить, слушать и смотреть культуру. Она работает. Интересные выставки. Сейчас 90 лет Абросимову, который здесь у нас практически, понимаешь, всю жизнь прожил, на Кирзаводе. Его отец в
строил узкоколейку, которая с кирзавода, на которой возили кирпичи. Кирпичи на судостроительный завод, когда его строили. Можете себе представить? И вот парнишка здесь вырос, стал известным художником. Академики на него смотрят свысока, дорогие друзья. И все это у нас. Значит, у нас есть силы, есть возможности, есть потенциал. У нас есть трудовая активность и в сельском хозяйстве, и прочее, прочее. Дорогие друзья, я считаю, что митинг правильно поставил вопрос. Жалко, что народу мало пришло. Но, во всяком случае, желаю всем здоровья, благополучия и маленько счастья. Спасибо, Павел Викторович, спасибо. Каждый житель нашей страны должен задать себе вопрос. Все ли он делает для того, чтобы наша страна имела счастливое будущее? Мы можем, если мы хотим чего-то, если мы болеем всей душой и объединяемся, мы можем что-то сделать. Если мы будем сидеть отдельно, каждый по своим квартиркам, мы ничего не сделаем.